Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь, мы продолжаем играть в Mass Effect. В прошлой серии мы с вами поговорили с командой, нам дал задание Гарус. И мы... там какой-то был доктор Мясник, который выращивал органы, и, короче, прям в существах различных и продавал их, мы его зарубили. И второе задание мы прилетели, уже не помню, врать не буду, на какую планету. И там выяснилось, что ученые проводили эксперименты над людьми тоже, засылали какой-то яд удильщиков или что-то в этом духе. Ну, мы их тоже убили нахрен. Этих ублюдков долго париться не стали. Также поговорили с Эшли, узнали много нового о ее семье. Кстати, не знаю, с кем мутить, с Эшли или с Лиарой, поскольку я короче, выяснил все-таки. Не выдержал, друзья, и выяснил, с кем можно романы заводить. Стали, короче, как я понял, нельзя ничего заводить. Поэтому варианты только два, Лиара и... Эшли, потому что мне очень интересно было просто, с кем можно что завести. Мне ни одна не нравится, ни вторая, короче, не знаю, буду думать. Выберу Кайдена, короче. Шучу, конечно, но не знаю, Лиара вообще себя никак не проявила. Эшли что-то хоть подкатывала, она человек. Хотя я после, походу, этой Шаиры больше по синим, походу, прикалываюсь. Лысый наш любит, но посмотрим. Ладно, давайте глянем, что у нас есть. Мы с вами пойдем пока по второстепенным заданиям. Из второстепенных у нас только одно, пропавший человек. Отправляйте систему отваги. Скопление туманности, конская голова. В конской голове, по-моему, если я не ошибаюсь, мы были. Сейчас я возьму. Продристанный листик, да, в конской голове мы были. Как это звучит странно, конечно. Ладно, что бывает. Она где-то здесь. Нет. Да где вот она? Конская голова. Че уже отвагу? Я, по-моему, или ошибаюсь, по-моему, я что-то прилетал в отвагу, еще удивлялся, что там ничего нету, хотя, может быть, я и путаю, может, это не про отвагу было. Не силен я в этих планетах, но, по-моему... Давайте еще раз осмотрим, что я могу сказать, если я не помню ни хрена. Но мы тут точно были, потому что я все планеты осматривал, но я смотрю еще раз на всякий случай, мне не сложно. Тессалигон. Трелин. Что-то помню, Трелин. Тролина, блин. И чё? Сюда? Нет. Куда надо? То ли я дурак, то ли лижи не едут, друзья. Я что-то не так понял. В Антитаре только что был, Трели не был, Тессальго не был, да? В отвагу же нам сказали. Куда отправляться-то? Куда отправляться, придурки? Чё за хрень? Я чуть не так прочитал. Отвага, отвага, конская голова, конская голова. Давайте еще раз посмотрим. Отправляйте систему отваги. Отправляйте систему отваги в скопление туманности конской головы. Тащите брата Гаррета и его корабль. Чё за прикол? Чё за херня, друзья? Это отвага? Отвага? Конская голова? Конская голова. Чё надо? Отвага. Где корабль? Блин, не по шарам, что ли, или чё? Как это понимать? Так, друзья, пауза. Да, конечно, прикольно, блин. Вот, видите, да? Вы видите, да? Вы видите, да? Охренеть, не встать, мать твою, я задолбался. А чё, и много таких точек? Я, может, что-то просрал в системах, блин? Охренительно, блин. Надеюсь, что по квестам все дает, потому что я не собираюсь тут каждую систему вот так... просматривать как дебил. Ужас, блин, конечно. Великолепный модульный транспортный корабль класса Коулун, спроектированный землянами. Корабль покинут. Все отсеки разгерметизированы из термоядерного реактора. Обнаружена утечка. Повреждения, судя по их характеру, нанесены ускорителем массы другого корабля. Владелец частное лицо, капитан Уильям. Уильям. Слабый след радиоактивных частиц, возможно, являющийся результатом работы до светового ядерного двигателя, ведет к близлежащей планете Завин. Окей. Окей, окей. Внимание, опасность низкой температуры первого уровня. Тонкий атмосферный слой Завина
глизовина, ну неважно, составляет углекислый газ и этан. Покрытая льдом поверхность планеты имеет высокое содержание кобальта. Встречается залежи меди. Нахождение на поверхности представляет опасность ввиду постоянно бушующих ледяных бурь. Окей. Окей, окей. Ладно. Давно Эшлю не брали. Тем более, вдруг мне с ней еще мутить, не дай бог. Не знаю, не нравится она мне. Лиара еще больше не нравится. Это какая-то отбитая солдафонка, та вообще тормозная, невозможно. Ну, что-то на своем уме по жизни. Так, секунду, друзья. Так, погнали. Ой, друзья, так, что там? Ох, ёперный театр. Аномалия. Заброшенная лагерь, аномалия на обломке. Ладно, поехали к этой аномалии. Чё-то какая-то насыщенная планета попалась. Мне кажется, прямо это. Бодрячком, бодрячком. Окей. Еще и ветра дуй вообще. Нехилый такой. Что тут у нас? Где чё, где чё? Где, вот. Ладно. А где там, господи, по выходу? Так все на морду надели, нет? Ну, слава богу. Все на морду напялили. Обломки. Собирать. Так. Найденная эмблема – это фрагмент грузового корабля старой модели. На нем стоит эмблема базы Чатти. Зачем мне эмблема базы Чатти? Нахрен с ним. Пусть будет, как говорится. Так. Чё теперь? Обломки. Как-то все разбросано. Ну ладно. Вот так пойти лучше. Ладно, давайте сначала к обломкам сгоняем. Ой! Ну нет, ну давай, давай. Оп! Здесь вообще бесполезное говно вот это вот. Прыжок я вообще не понял. До сих пор. Столько прошел, я не знаю, сколько там до конца игры. Кстати, тут вообще какая-то статистика есть, интересно? Не знаю. Что такое? Пять, что ли? Отправились на планету Зайон в системе отваги, в скоплении Туманско-Конской главы, найдите каперов. Я даже не помню, какие каперы. Что, нет статистики, да? Снаряжение, отряд, ну, что там у нас? Эшли давно не качали, да? Ща чем качнем, друзья. Так, боевая подготовка, урон от оружия и ближним нахрен надо. Первая помощь тоже нахрен не надо. Это да, боевую подготовку. Сокращает время восстановления прилива адреналина, позволяет его использовать его чаще. Понятно. Сокращает время прилива адреналина, позволяет использовать еще чаще. Господи, ну он прям везет, блин, а. Все. О, стали тоже. Че, электронику докачать? Излом. Стоит большинство роботизированных противников, за исключением самосильных, атаковать ближайшую цель, окей. Так, для шифровки увеличит урон от взрыва при использовании технических навыков. А это увеличит энергию щита. Давай чит качать. Пусть будет чит, кодекс надо потом почитать. Давно чё-то кодекс не читали, да? Правда, в последнее время кодекс, который не попадался, что-то был такой скучный, невозможно. Типа, то про какие-то торпеды, которые мы... Мать твою, я аж навалил. Господи Иисусе, как страшно-то было. Дыхание перехватило. Черт. Придурок, блин. Чё ты меня пугаешь? Да пошел ты в жопу. Да, обязательно. Чё, он ко мне спиной стоит, что ли? Всё, что ли? Хрена себе. Не ожидал, не ожидал. А чем он меня убил-то? Я ж вроде уворачивался, мне показалось. Окей. Господи, как он меня, сука, напугал. Ой. Блин, я теперь забыл, мы обломки обыскали. Теперь не понял. А, ну на раскрестик стоит, обыскали. Блин, сучара, а? Извините, друзья, ну реально, что-то вообще не ожидал, блин. Давно не было, чтобы кто-то вылазил еще, блин. Жесть. Чуть
что-то так у меня громко, что я аж подскочил, сука, на стуле. Твою мать, а. Гребаный молотильщик. Главное, хоть бы написали, почините Мака или что там, он с одного удара меня хреновал. Ладно. Да. Да я еще что-то заговорился. Сука. Ладно, нормально. Просто вообще что-то не помню, что когда там мы ездили, что-то к обломкам, что-то. Где он? Где ты? Где он, господи, мать твою? Валим отсюда. Да где ты? Он там крикнул. На этот раз он что-то раньше почему-то крикнул. Где ты, тварина? Ну, вылази. Вылази. Сейчас под меня еще выпрыгнул. Это вообще не прикольно. Где он, блин, господи, мать твою, вылази. Ау. Че, куда он делся? Наконец-то. На поверхность, твою мать! Чё он не восстанавливается-то нифига? Всё, починили. Уходим отсюда. Нифига он по мне стреляет, что-то первый раз, как охреневший молотильщик. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, он меня достал. Хорошо, что с нами это, Тали. Хорошо, что с нами Тали. Вылази, сука. Рыбаный ублюдок. Это новейший молотильщик, что ли, с мозгами? Не пойму. Выпуливайся. Блин, ребят, он меня достал реально. Чего мне мозг потратил? А, валим отсюда в жопу. Ой-ой-ой-ой. Чего нахер, блин? Сейчас прям меня будут носиться. Смотрите, да? Блин. Упорная скотина попалась, блин, она из-под меня вылазит, сука. Тот-то первый был какой-то легкий, он из-под меня не вылазил. Такой долбить? А, он не по мне попал, нет, не попал. Сзади теперь, сука. Вали с этими соплями, говно. Вот так и стой. Так и стой. Поддается мне, не кажется, друзья. Мне прям кажется, что мне поддается. Реально что-то не поддался. Чувак. Так, а где? Я случайно нажал. Где эта хрень? Господи. Где ты? Вот ты. Ну выпуливайся, так ладно. Да, давно мне так никто не выпил. Странно. Да, блин, опять в этих тепельных клавишах запутался. О боже, все. Походу все. Ну ладно. У нас этого унигеля, блин. Такое говно, что без проблем. Так, следующий. Чего мне там показал, я не помню. А это Мак, что ли? Ага. Ладно, погнали к аномалии. Погнали к аномалии. Да, молодец. Я тут, по-моему, какой-то другой был мой.
Господи, секунду. А то случайно показатель FPS вывалился на экран. Ну ладно, ладно, чё. По-моему, вообще первое реальное сопротивление прям на планетах, чтобы было. Я не помню, чтобы это... Каперы — это случайно не те чуваки, которые на Луне были, я не помню. Роботы дебильные, которые меня задолбали, помню. В прошлый раз, интересно. Вообще не помню, какие каперы. Мне кажется, что это роботы, по-моему. Складывается впечатление, что это роботы. Не пойму, там что-то еще есть, что ли? Ресурсы, что ли, еще рядом? Или что это? Так, сохраняюсь. Да, ресурсы рядом. Где они? Где вы? А, вот он. Что за пятна? Что за пятна нахрен, ребята? Ну, на этот раз, надеюсь, не газ хоть бы. Этого газа. Обнаружен тяжелый металл, обнаружен небольшое месторождение иридия. Вот это хорошо. Это очень хорошо. Ой, вот еще задание. А, рядом. Чуть не уехал отсюда уже. Господи, забыл. Что за оранжевая фигня. Находка. Похоже, покойный пытался отметить месторождение полезных ископаемых перед тем, как он умер или был убит. Понятно? Окей. Так. Где? Теперь сюда. Да, по-моему, не было, чтобы на планете столько мест было одновременно так много. Но хоть приятная планета, не темная, как-то все видно, хоть и снег фигачит во все стороны. Никого нету, никаких тупых мартышек или слоноподобных говноедов. Один молотильщик попался, и то... Ну да, два раза он мне. Ну, первый раз я не ожидал и вообще не понял, как меня делал. Второй раз не из-под меня вылез. Тут уж я виноват. Никто не застрахован, но все равно виноват я своей наивностью. Господи, не вертись так сильно. Лагерь какой-то. Ну да, мы же там читали, что какой-то лагерь. Но... Окей. Сюда нам надо? Генератор активировать. Находка. По всей видимости, в лагере никого нет. Генератор по-прежнему работает, но признаков жизни не обнаружено. В компьютере лагеря упоминаются некоторые места, представляющие интерес. Окей. Тут ничего нет? Ничего нет, окей. Так. О, нам ресурс отметили, прикиньте. Слава богу, господи. Мозготратом мне надо заниматься. По крайней мере, я уверен, потому что больше трех ресурсов на планете не было никогда. Так что, надеюсь, разработчики себе не изменят. Да и, по-моему, тут уже с картом почти объездили. Надеюсь, что так. Посмотрим, посмотрим. Что там у нас что-то с металлами была проблема, я помню, что много еще оставалось. Может, мы уже приближаемся чуть-чуть к концу. Где она? Не видит? Золото, что ли? Интересно, может, не золото. Чё ты? Что это такое? Кобальт. Легкий металл, хорошо, легкого нам тоже не хватало. Так, теперь еще за этим. А здесь мы тоже не были, да? Нет, ну то, а это что? Аномалия, ладно, поехали к аномалии. К аномалии, к ресурсам, а потом к какой-то пиратской базе. Почему пиратская база? Может, какого-то чувака ищем, брата кого-то, может, что там опять? Чей-то брат какой-то сраный главарь банды, или наоборот, его захватили пираты, сейчас выяснится, что мы ставили, они ставили над ним экскременты. То есть эксперименты, все в этом духе. Нет, это аномалия. Маяк был в ловушке гетов. О, чёрт, геты! Гетеросексуалы. Ты как только мне так пальнул, вау, спокойно. Что происходит? Пошли вон. Штурмогет. Так, один готов. Один готов, да, второй. Будем ездить, как придурки. Давай, давай, падай, падай, падай. Пора падать, шагающий там. Так, еще один где. А что он нафиг там снизу, эта тварь долго. Да, либо чини что-нибудь. Давай! Где еще один? На тебе, сволочь. Прям танк, смотри. Смотри, какие. Все?
маяку нам не надо? Это опасно, планет попал. Так. Чё? Ты что-нибудь скажешь? Тали? Тали? Чё вы молчите? Нехер сказать, да? Окей, где-то мы разобрались, теперь едем к ресурсу. Потом на эту базу какую-то странную. Нашищена, нашищена, согласен. Так, давай. Так. Ну хорошо, мы, значит, с вами по бочке. Ну, надеюсь, там с пиратами долго разбираться не будем. Хотя черт его знает, что там за база. Разберемся. Так. Окей, что тут у нас? Тоже, видимо, какой-то тяжелый металл. Какой-то гигант кучу навалил. Так, месторождение палладия. Палладия. О, господи, ну что? Я так надеялся, что пройду. Тяжелый металл, месторождение палладия. Хорошо, металл тяжелый, это хорошо. У нас, по-моему, то ли 5, то ли 6 секунд было, не знаю. Сейчас 4 осталось. А может, я уже и путаю. Так, ладно, друзья, секунду. Опять кусок столько проехали, это у меня Mass Effect срывает, как вы знаете или не знаете, но не важно. Теперь знаете. Так, где? Так, на нас каперы сейчас будут нападать или гетты, я не понял. Или вообще пираты, или каперы это и есть пираты, я вообще не помню, блин, господи, как так-то, а? Там вот что за камень? Или это пушка? Ощущение, что это пушка, блин. Пушка, нет? Да. Дай пушка. Пушки, конечно, тут вообще настолько сильны, блин. Вот я накаркал, блин. Балаболил больше. Вообще в меня попал. Фига база, блин. Тут нехилая база. Еще, по-моему, пушки где-то, нет? Ну, по крайней мере, на карте вроде показано. Или там что-то не пушки, что-то другое. Нет, пушки вроде стреляют. А, вон он. Господи, тебя не видно. Еще одна. Так. Господи, кто там? А, снайперы. Снайперы, это серьезно. Еще одна пушка. Я не понял, тут серьезная база. Где еще? А, нет. Мы уничтожили. Вот еще одна пушка. Все? Кого нет? Так, ну-ка давайте объедем. А, вон он. Отвали. Смотри, какая быстрая. На уровень отлично. Уровня там не хватало. Так там еще какой-то ублюдок. Ты где? А, и не один. Отвалите. Все? Да. Да, мы пойти разгромим нахрен. Мы можем сбивать это? О, да. Просто объедем. Крутые, блин. Мы можем разбить забор. Ладно, не можем даже по забору попасть. Пофиг, поехали. Хрен с ним, сваливаем отсюда. Так, паркуемся. Сняемся, выпуливаемся. Качаем. Так, мне вообще нечего качать. Ладно, буду первую помощь качать, может я хоть разберусь, как она используется. Я не понял, почему Эшли 9 очков? У нее еще что ли очки были? Не видал, ладно, боевая подготовка. Ладно, давайте. Казалось мне, что я все прокачал. Так, ладно, буду первую помощь тоже качать. Тали тоже что-то 3 дали уровня. Или я что-то не так сделал. Отменил случайно сюда распределение. Наверное. Так, все? У тебя все сохранилось? Или меня этот стильщик, блин, короче, я не понял. Ничего, друзья, ладно, не важно. Мы прикольно выглядим. Так, уберем так этот. Фигню эту уберем. Так, погнали.
А чё лысый шлем-то снял, я не понял. Притой сильно, что ли? Ты чё, обурел? Баклан. Так, чё, где? Там он, я уже вижу, чё, и пушил каких-то. Ну, давайте попробуем. Эшли. Угу. Блин, твою мать, ну встань, прилипни, Филипп. Че такое? А сбрасывает установление, окей, а че? Понятно, так. Тали, ну-ка. Саботажиком начнем на них. Тали, чё, саботажем ни хрена нет, понятно? Тали, тебя ж попросили. Не упала. Тали. Это так, это чё у нас? И чё, сбросили способности, чё дальше? Щепление надо восстановить, блин, так. Так. У него щитов нету. Ну? Блин, они достали, чё она это-то? Не достает, что ли? Видимо, не достает она нифига. Блин, Тали, давай сюда, я буду бегать, придурок. Буду стрелять. Так, вы прячетесь. Так, Тали, давай. Ой, не щиты, а этот. Это роботы. Так, щитов я не вижу. Ты давай. Чё, где, кто? А, вот. Робот полетал. Убивай. Всё. Так, окей. Ты где? Снайпер, ты где? Стой! Чё, всё? Нет, ещё там один есть. Ко мне. Где эта тварь? Вон она. Всё, он сдох. Он сдох. Всё? Вроде все. Все, друзья, вроде все. Так, сохранение завершено. Давайте посмотрим, что тут есть. Вроде мы их размотали. Да. Ну, конечно, может это убого выглядит, но я хоть чуть-чуть вроде разобрался в этих дебильных способностях. Хоть чуть-чуть разобрался хотя бы. Ну что, ну вот я жму два раза, он там зависает и все как на изоленту прилипает. Так, опять какая-то фигня. Мне, кстати, мне кажется, оружие уже просто какого-то максимально... Тут, наверное, это, что-то я помню, да. Подобный корабль уже был, и твоя база подобная уже была. Че, ничего нет, что ли? Панициллин? Нет. Новые патроны, я так и не понял. Нафиг они мне нужны, видимо, тот уровень, на котором я могу играть, тут не особо так надо напрягаться по поводу прям патронов, ну сложно, да сложно. Ну вроде ничего тут такого нету, ну ладно. Пойдемте нам наверх, да? Что-то вообще ничего не вижу, никаких отметок, ничего, это первый этаж показывался. Нет, реально ничего нету, странно. Что мы тут должны найти? Хоть бы какой-нибудь восклицательный знак типа был, чем мы сюда приперлись. У нее инструмент, надо потом посмотреть. Ну,
записи за этой дверью, только что-то есть. Сейчас узнаем. Конечно. Так, ну, блин, почему-то я так и думал, что опять какой-то труп будет, блин. Надоело. Однообразно, конечно. Ну, давай. Все понятно. Стингер, Хренингер. И чувак лежит. Вы нашли тело капитана Уильяма с корабля «Великолепной руки». Он крепко сжимает небольшой модуль данных. И чё? Чё это модуль? Найдите в башне цитадели человека по имени Гаррет. Сообщите ему, что его брат Уильям был убит каперами. Каперы — это, короче, пираты, получается, да? Как я понимаю. Панацелин, который нам нахрен особо не нужен, но... Когда-то мы его успели потратить, уже не понимаю. Ну ладно, ладно, чё. Ожидаемо. Что я заметил, вот кого мы не ищем, либо мы находим мертвыми, как Кахоку, либо убиваем, как сестру это Азари подставила, типа пираткой, которой была, мы убили. Ну, 2-3 случая у нас было, да? Мы сейчас опять же искали чего-то брата, и опять его убили каперы. Понятно, может, у нас на цитадели опять что-то тогда будет, раз нас туда отправлять. Пойдемте выясним на Нормандию тогда. И как всегда, друзья, послушаем, что в лифте нам скажут. Если что-то скажут. Тали, я слышала разговоры о том, что под этими костюмами вы наполовину синтетические. Нет, жизнь в чистой среде флотилии ослабила наш иммунитет. Эти костюмы защищают нас от болезней. Все равно, в них вы похожи на гетов. Ничего личного. Понятно. Так, а где он вообще находится? Башня цитадели. Понятно. Давайте на цитадели, 100 лет не были. Я чё зеленым отмечен? Ой. Кстати, надо давайте к интенданту дойдем, может, нам что отдельного предложит, а то я что-то 100 лет там не был. Мы что-то как один раз в начале игры зашли, так и хрен, больше не заходил. Давайте поинтересуемся этой проблемой. Где он тут? Где он тут? Ага. Вот он. Так что интересно, вдруг у него там что обновляется? А мы не в курсах. Точнее, я не в курсах, вы там уже в курсах, конечно. Приветствую, капитан. Здорово. Покажите, что у я вас есть. Я открою доступ к редким биоусилитель Солярис. Говно. Так, хочу броню посмотреть. Говно. Короче, ни о чем. Все ни о чем. Все ни о чем. Винтовка, как у нас. И дробовик, как у нас. Пистолет 202, говно. Так, ладно. Ну-ка. Штурмовая винтовка. Да, как у нас. Я ее куплю, кому-нибудь дам. Дробовик. Тоже как у нас. Да, кому-нибудь дам. И снайперская винтовка. Тоже куплю. Все равно денег до хрена. На чё ещё-то, блин, тратить их, не пойму. Броня, как у нас. Давайте Эшли возьмем броню, пофиг. Я не знаю, на чё деньги просто тратить. Смысл есть их оставлять, мне кажется, ни хрена нет. Пистолет я куплю этой. Ляре. Ну куда у меня? 2 ляма, я как понимаю. Все, вроде ничего такого больше нет. Окей. Хорошо, не заходили. Да, надо же поменять это. Сразу поменяю, пока не забыл. Да. Просьба такая. Дробовик я, наверное, этому отдам. Рексу нашему любимому отдам я дробовик. Так, погнали в цитадель. Цитадель, это президиум, нет? Да. Президиум. Ладно, восклицательный знак я уже вижу. Больше ничего нет? Нет.
Интересно, к совету зайти нельзя? Ладно, не буду заходить, не хочу. Вряд ли. Надеюсь, с ним все в порядке. Зря надеешься. Я занят. Поговорите с кем-нибудь другим. У меня куча проблем. Я нашел тело вашего брата. На его корабль напали каперы. Уильям мертв? Что ж, наверное, мне стоило этого ожидать. Когда его корабль исчез, я сразу все понял. Но я продолжал надеяться, что он еще жив. Мне показалось, вы захотите знать правду, какой бы горькой она ни была. Вы правы. Незнание гораздо хуже. По крайней мере, так говорят. Пожалуйста, простите меня. Мне нужно подготовить похороны брата. Достижение. Какое достижение? Так, давайте посмотрим. Записи Азари 3 штуки осталось. Медальонов 4. Протеанских 2. От легких металлов 3, тяжелые 1 нам основной. Ну, ребят, почти завершили, блин. Но надеюсь, что я все-таки не профукал все. Так, че? Пойду я по магазинам пройдусь без вас. Посмотрю, что можно на Тали, на Рекса купить и на Гарус. Так что давайте. Для вас это будет быстро. Все, друзья, я потратил 2 миллиона на... Тали, все хорошо? Похоже, вы там не всем пришлись по душе. Многие знают о кварианцах только две вещи. Мы путешествуем флотилией, и мы создали гетов. Для них мы мусорщики, почти что воры. Да, я слышала о вас примерно то же самое. Наверное, вы просто не остаетесь нигде надолго, поэтому люди не могут ничего о вас узнать. Потратился я, короче, на броню. Остался сколько у нас? Миллион? Ну, блин, пофиг. Я просто не знаю, на чё ещё бабки тратить, куда их? Чё мне в конце скажут, выложи 3 миллиона за чё-нибудь? Ну, это будет совсем смешно. Ну, ладно, посмотрим. Так, друзья, давайте быстро один кодекс читанем. Вооруженные силы Альянса имеют большой вес галактики. Война первого контакта стала для землян первым опытом ведения космических боевых действий. Тем не менее, уже в ходе освобождения Шанси земляне удивили турианцев, которые вообще не рассчитывали на отпор новейших технологиям и тактикой. Человеческое стремление понять и принять самые современные технологии ведения космической войны вызвало некоторую растерянность у остальных рас Совета. Сотни лет они использовали проверенные технологии и не были готовы что-либо менять. Совет считает Альянс спящим великаном. Менее 3% землян записываются в войска Альянса. Это меньше, чем любых других рас. Подготовки солдат Альянса не сравнится с профессионализмом турианцев и опытом Азари. Сильными сторонами их тактики является огневая поддержка, гибкость и скорость. Они восполняют численные недостатки применением современных технических средств – ВИИ, дроны, артиллерии, электронные виды вооружений – и делают уклон в сторону мобильности и личной инициативы. В отличие от турианцев и кроконов, в основе доктрины землян не лежит отражение и совершение массированных атак. Основная задача земных войск – проникать за пределы вражеских укреплений и совершать атаки в глубоком тылу противника, уничтожая источники снабжения, штабы и вспомогательные войска. В обороне землян реагируют быстро и используют принцип Сунь Цзы. Тот, кто пытается защитить все, не защищает ничего. Гарнизоны предназначены скорее для разведки, чем для ведения боя. Их основная задача при помощи дронов наблюдать и докладывать о перемещениях противника, избегая открытых боевых действий. Средства массовой информации землян часто подвергают критике вооруженные силы Альянса за то, что гарнизоны, размещенные в колониях, не могут оказать адекватного сопротивления силам противника. Тем не менее, крупные флотилии, базирующиеся в узловых точках систем ретрансляторов, таких как система Арктура, способны достичь любой колонии, находящейся в их зоне ответственности, за несколько часов или дней. В случае нападения именно флотилия наносит массированный удар. Понятно. Понятно. Пошел я броню нацеплю на всех. Так, друзья, ладно, все, не зря броню купил, правда, я купил две брони Гарусу. Ну, случайно, купил в одном магазине наугад, во втором оказалось сильнее, но ничего страшного, они обе подходили, но все равно одну, как вы понимаете, пришлось продать. Так, ладно, смотрим, что у нас по заданиям. Тут мы все побочки, которые могли, выполнили, остальное не знаю, что. Первое, Вермайер, найти отряд соларианцев, а второе, обратный отчет. Вам нужно обследовать Феррос, Наверию, скопление Тау-Артемиды, Вермайер. Так, Наверию, Тау-Артемиду мы... Ну, короче, понятно. Нам надо на Вермайер, чё я мозг-то парафинил. Погнали. Погнали на Вермайер. Цитадель Гудбай. Цитадель пока. Вермайер. Господи, а вот он. Погнали. Так,
Это Вермайер называется, да? А нет, подожди, это Омега Дозора называется, да? Правильно я понимаю, да? Омега Дозора, Хок. Окей. Так. Господи, да. Где моя ручка? Точно знал, что я туда был. Окей. Так. Погнали, братья и сестры. Так, что нам надо? Ярфор, давайте мне каких-нибудь уже полезных. Ископаем их. Нету, блин, ну что такое? Дайте что-нибудь. Не мата. Не мата, ни слова, да? Ничего тоже нету, блин, господи. Хлороплон. Да дайте вы хоть что-нибудь, падлы. Пресцилла. Кто-то назывался в честь своей девушки планет? Ну ладно, поехали, Вермайер, видимо. Выбора нет. Вермайер, планета с буйной растительностью, идеальная для заселения формами жизни, основа которых составляет углерод. Обширные поля и благоприятная орбитальная позиция стали причиной образования широкой экваториальной полосы с тропическим климатом. К сожалению, благоприятная политическая ситуация в ближайших системах термина препятствует колонизации. Высокая степень риска нападения пиратов и работорговцев не позволяет считать Вермайер благоприятным для заселения. Все равно там по-любому какие-то пляжи, да? Пляжки. Ой. Так, Омега Дозора. Че, кого возьмем? Кого возьмем, друзья? Давайте возьмем Гаруса Италии. Капитан, получен сигнал. Наверное, это наши самарианцы. Следите за защитными башнями. Выбрасывайте Мака, влезем в пекло. Я проведу вас ниже зоны радара. Вылезем в пекло и вылезем. Я проведу вас ниже зоны радара. Блин, уроды, вы что, блин, локализировать у нормально нас не можете? У нас все чисто, капитан. Держитесь подальше и не лезьте на рожон, пока я не отрублю зенитки. Я свое дело знаю. Встретимся в лагере, как только вырубите башни. Отбой. Тухан какого-то похож на него. Ладно, пусть пока так побегает. Погнали, что я могу сказать. Что? Подождите, какие зенитки? Ничего не понял. При помощи Мака найдите зенитную башню, отключите орудие, чтобы обеспечить Нормандию безопасную посадку. Где Мака-то? А, господи. Окей. Вот тебе, сука, и тропический остров, блин. Ладно. Что это за ублюдки? Вас надо убивать? Я их буду убивать, пошли они в жопу. Мало ли, вдруг они опасны, хотя они не были отмечены, да? Ладно, тогда извините, не буду вас убивать. Может, я лоханулся, конечно. Так, делаю отдельное сохранение. Первое, по-моему, 102. Фига я насохранял. Ну, люблю часто сохраняться. На всякий поджарный. Где вы там, ублюдки? Не вижу нифига, как будто вот здесь у них, как будто нет. Нафиг я расстрелял, бедолаг. Ой, извини. Их там так дохрена, блин. Ну где вы там, господи, о, наконец-то. Пошел вон. Дрон. Вали, блин. Ну, ты ублюдок. Так, один готов. Окей. На следующий. Что сюда? Напал. Жить. Так, там еще один. Ой, я ничего, я тебя чуть не убил. Че у меня с видом маг поставил, я не понял. А? Где он, за углом, что ли? Вали. Следующий. Блин, чё это за кишка, как всегда, вот
Не понимаю, был бы мир то пошире, что ли, еще чуваки. Валить им. Ну они ракетами вообще нехило рубят, смотри, да? Вали. Ну еще тварь. Слышь, ты стул на ножках, ты меня не видишь, что ли? По нам попали даже. По нам попали даже, ах, ускоты. Вали. Джаггернаут. Джаггернаут. Он меня видит, а что? Вали, Джаггернаут. Слушай, вали, блядь. Ай, нет, ничего я не вижу. Понятно, так, ладно. Извините, тумбы. Живые тумбочки, сори. О, ничего такой видок, да? Прикольно. Прикольно. Мне нравится. По крайней мере... Ой, планета как-то... Сука, а? Ты чё там? Охренел, что ли? Где этот стрелок ворошилов? Пушки, что ли? Не вижу, не сидят. Кто-то стрелял, а кто не вижу. Кто-то до сих пор стреляет. Где вы стреляете? А, подонки. Ой. Извините, нефиг по читами стоит. Я так и не понял, кто-то мне ракетами фигачил. А вот. Что там? Ошибка природы. Ох, вот морозки, а. Ох, нифига вас там. Сука, попали два раза. Нифига вас там как много. Лови. Там брали свои щиты, ублюдки. Там еще кто-то есть? Ой. Да, вон, вижу, блин. Лови. Сука, хватит, а? Чего я не могу чинить? О, там кто-то был? Я думал, щит просто уничтожил. Вали там. Чё ты таишь, господи, меня вообще вот рубят. Жесть, рубят. Вали. Отвали. Так. Тут ничего нет, нет. Где вы там, ублюдки? Как чините мака? Вот кто-нибудь расскажет. Единственное, что меня раздражает, что почему я не могу нажать на F, когда что-то жалость или как-то в определенный момент надо. Нифига не вижу. Да... Чё ты застрял, макач? Завязывай. Оно вот так палят, блин. Всё, нет. Блин. Мако, сука. Я ж забыл, кого я свою взял-то. Тали и Гарус? Хорошо, что Тали свою взял. Они же, по идее, роботы. Я так и не понял, где-то роботы, не роботы. Я понял, что они синтетические. Где ты? Где ты, скотина? Ладно. Окей. Так. А где вы там прячетесь? Внутри, что ли? Блин. Давай, дверь скинем. Я, походу, внутри. А чё, как-то зайти можно сюда? Где пушка? Так, по мне палить, ублюдок. По мне сзади палят. Да, палят по мне сзади. Ну ты хватит. Валет мне. Блин, сволочь. Еще один. Ладно. Ты холод. Падайте, господи Иисусе. Ты что такой крепкий? Все, так. Где эта тварь?
а? Убить его. Хочу тебя убить. Залезть туда нельзя? О, можно. Пойдемте выйдем. Зачистим ублюдков. Вдруг там что лежит? Где ты, тварь? Че, разве они не здесь? Оружейный шкафчик. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю я. Стена, она какая-то. А где эти упыри-то? Вот они. Там прыгуны, что ли? Да. Прыгуны. Стрелять, я не пойму, а? А нет, Али. Встань вообще туда тогда, чтобы стоять. А, это взломанный гет. Отлично, они взламываются, мне нравится. Там есть кто-то со щитами, нет? То есть со щитом? Не. Ладно, да. Где снайпер? Ну-ка. Все, где снайпер? Это что? Так. Ломайся. Все. Ладно, это было просто. Это было просто. Так хотелось. Ладно, я просрал. У неделю до хрена, так что не важно. Окей, друзья, окей. Погнали дальше. Разобрались с этими... ублюдками. Пэм 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 пэм. Ой, назад. Вперед. Конец. О, отлично, наконец. Погнали мочить теперь, ублюдка. Где вы там? Интересная миссия начинается, мне нравится. Кстати. Привет. Медведь. Привет. Готов. Чё ты там, морда? Прячешься сюда. Уперся в текстуру, не знаешь, что делать. Давай. Если мы по ним попадаем или нет? Да. Попадаем. Хорошо. Мако. Спокойно. Думаю, что Мака мне напоминает? Я вспомнил, был такой сериал. Раньше про трех девок, русалок. Там они тоже были на острове Мако. Я думаю, что знакомое до боли, блин. Я помню, дед смотрел по Джетиксу. Так, что тут, развилка, что ли, не пойму? Реально развилка. Это нам лучше сюда, да? Потому что тут... тупик. Надо посмотреть, что тут для начала. Тут пушка. Где они? Или тут проход? Я не прав? Проход просто, что ли? Объезд якобы? Ну окей, вроде ничего не вижу такого, да? Ничего ж нет. Растения, надеюсь, собирать не надо. О, здорово, чувак. Давай, падай уже, а. Пора лежать. Взрываться пора, чувак. Встань. Да упади ты уже, мать твою. Что? Ты бессмертная сволочь. Даже жизни нет. Я не понял, вообще, давайте подъедем. Меня бесит. Я тебя убью, нет. Ты дурак.
это не пушка какая-то была. Так, где еще чуть-чуть? Их тут многовато, вам не кажется, блин? Мы что, на основную базу геттов или Сарена приехали? Не понял. Все, это финальная миссия. Что происходит? Да, мы давно. Так. Привет. Колосс, я тут. Он убирает текстуру, и все равно стреляет в меня. Это невероятно. Да-да-да. Молодец. Поздравляю. Сдохнешь ты или нет? Еще одна скотина. Иди сюда, мы сейчас из вас мочалку сделаем. Где ты? Где ты? Я тебя все равно убью, сука. Где там мелкая мразь? Он в дом не попал, шагающий танк. Тут? Твою мать, а! Мелкая сволочь. Так вот. Пауза. Вот. Так, и что там? Ой. Что там такое? Кто там? Ты где? Что-то там стреляло по мне. А, вот это фигня. Вот ты что там хамелеона-то если строишь? Не понял? А, подъедем давай. Давайте подъедем, так и быть. Что там за оранжевая фигня, я не понимаю. Все что ли, приехали? Вот наша цель, капитан. Так, секунду, друзья. Окей, вижу. А, это какой-то восклицательный знак. Господи. Разрушитель, иди ко мне. Солнце. Сдох? Ой. Что ты там упал-то? Вставай. Вставай. Так, что тут-то есть? Надо будет перестрелять. Смах называть. Или все. Ну пожалуйста, не хочу это. Где они? А, на дворот, наверное, открыли. Ну, в смысле, мы там уже, я так понимаю, не пройдем. Видимо, нет, мы тут не пройдем. Так, друзья, нет, тогда на этом остановимся мы, наверное. Да, я так правильно понимаю, да. А, нет, подожди. Не пойму, а как шлюз открыть? Нет, мы на этом не остановимся. Ладно, давайте сгоняем наверх, посмотрим, что происходит. Я думал, это мы до баз доехали, нет, не доехали. Должен быть способ отключить эту пушку. Кто по нам стреляет? Не вижу. Ты серьезно? Эй. Так, Кали. Так, во-первых, взлом. Сломался? Сломался. Кто так нас рванул-то? Кто там еще? Так. Да иди в жопу от меня, а! Ублюдок, а! Так, во-первых, вот так вот. А во-вторых, все. Ладно. Блин, гребаные упырки. Ладно, пойдемте по этой стороне. Что там еще? Блин. У него нет. Пока, блин. Блин, какой классный взлом, а. Блин, только сейчас я начал разбираться в этих. Там было что-то? Нет. Окей. Вот какая-то фигня. Пойдет опять какая-то поломка сраная будет. Хрен знает. Так, давайте прокачаем. Ладно, сейчас разберемся, потом прокачаем. Что-нибудь. Что это? А, господи. Там этого не было, что ли? Так. Понятно. Да, нет, просто активировать. Капитан, наблюдаю отключение зениток. Захожу на Соларианскую базу. Конец связи. Окей. Готов продолжить по вашей команде, капитан Шепард. Понял, что надо?
сверху. А, ворота, шлюзы открыты. Отлично, все. Со шлюзятиной мы разобрались. Тут вроде больше ничего нет. Хорошо. Ярост у нас чем ходит? Ладно, я не знаю, со снайперки что-то. Я ему, конечно, мощную снайперку отдал, но что-то он так хреново с нее стреляет. Что ж, плакать охота, блин. Ясчик. Иди ко мне, ясчик. Так. Валим отсюда. Блин. Я вот не знаю, это последняя же основная миссия получается. Ну, в смысле, к тому, что Вермалин. Как... Чё это за херня была, я здесь? Как он там? Вермайер. Блин, на другие планеты потом слетали. Чё это было? Это этот, что ли, властелин или чё? Чё властелин, он такой один. Так, здорово, ублюдки. Ну, лежать. Да ляг ты уже. Ой. Куда ты там делся? Ещё кто-то есть? Ну-ка, свали. Ну-ка, свалите, я говорю. Блин, грёбаная хрень. Свали. Забыл прокачать. Где? Где? Опять наверх надо идти. Блин. Ладно, давайте качать. Господи, откачать нечего, да? Гаруса, два навыка. Шифровка не нужна. Гарус тоже качать нечего, ну ладно. Гаруса тоже можно злом было прокачать, что-то я тупанул. Хотя что тупанул? Ладно, нечего качать так. Качаем, что осталось. Ну, выходи уже, господи, погнали. За мной, друзья, за мной. Хрен с ними, давайте, погнали. Тали. Давай так пока. Нет. Давайте тяжело. Это так. Разрушителя взломал. Так. Эти что там друг с другом машут? Хорошо, блин, прям там помощничек прилетел, смотрю, да? Так тут та же самая херня, да? Ну, наверное, вряд ли тут что-то будет заморочено. Вот там, ящичек. Ящичек только теперь в другой стороне, а так ничего не поменялось особо. Понятно. Так, ладно. Сохранялочка. Та же самая фигня. Нет, хоть что-то написано. Даже не видно, что написано, но ладно. А, ладно, хрен с ним. Ну, то же самое говно, короче, ничего нового. Вот и все. Теперь мы сможем свободно выйти к лагерю. Хорошо. Ладно, да, согласен. Согласен, не кричите, что поделать. Вот такой я сраный зверь. Сохраниться можно? Можно. Ну, давай, Шепард, шевели батонами, лысый. Давай, Джейсон Стэтхэм, блин, или Вин Дизель. Ты же у нас типа из таких должен быть. Чё ты еле шевелишься? Куценко, не знаю, что тебе больше нравится. Так, погнали. Нет, что не доехали. Ладно, едем дальше, друзья. Доезжаем до пути, потом тормозим. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Что, все, никого нет, что ли? А, тут типа все, свобода, да? Окей. Или сейчас что-нибудь еще выйдет. Хрен его знает. Ну, там, наверное, я не знаю, кстати, властелин или нет. Это моя догадка. Капитан. Нормандия приземлилась на базе. Но, похоже, мы тут застряли. В смысле? Капитан Соларианец все объяснит, когда прибудете. Вы влепились в клей?
Или что с вами не так? Бензина нет или на чем там летают космические корабли, я забыл. На Mass Effect? Так, а это... А вон и Солорианс. Журнал. Че? Вы добрались до лагеря, найдите главное, поговорите с ним, окей? Ой, че, капсцена сразу, что ли? Ну ладно, сейчас капсцена проверим. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Че происходит? Вы здесь главный. Какова ситуация? Я капитан Кирахе, третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитные орудия. И чё? И что нам теперь делать? Мы ждем, пока совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Придурок. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил совету, чтобы направили сюда флот. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили затем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарена. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплен. Он здесь? Вы его видели? Нет, но здесь повсюду геты. И мы перехватили переговоры, где шла речь о Сарене. Он там обосновался. Сомнений нет. Что он тут делает? Какие исследования проводит Сарен? Он пытается вырастить армию кроганов. Как так может быть? Очевидно, Сарен нашел лекарство от генофага. Нифига себе. Почему он так заинтересован в том, чтобы вылечить генофаг? Направить против всех? Как был решен вопрос с кроганами? После восстаний мы внедрили в популяцию кроганов генофаг, чтобы снизить их численность. Иначе кроганы быстро заполонили бы всю галактику. А эти кроганы — слуги Сарена. Это как-то реально все усложняет. Мало нам гетов. Армия кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Я тоже так думаю. Если лекарство покинет планету, кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы. Злых кроганов нам и так уже достаточно. Все будет хорошо. Я с ним поговорю. Было бы неплохо, капитан. Моим людям нужно проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Хорошо. Давайте, капитан. Я скоро вернусь. Это не займет много времени, капитан. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Ринтоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Бросьте, с ним все будет хорошо. Как скажете, но если вы не против, я буду за ним приглядывать. Так, друзья, все, на этом останавливаемся. Миссия обещает быть очень интересной, по крайней мере, ну, реально очень. В следующей серии поговорим со всеми, узнаем, кто что скажет или... Что за говно? Что за херня? Ладно, не скажет. Ну, а вам всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, до скорых встреч.